Господа, в Питере становится все жарче. Лига Open FC совместно с клубом «Сечь» представляют вам Gorilla Energy Гран-при. Второй полуфинал в среднем весе. И первым в октагон добро пожаловать представитель Челябинска Сергей Курпатов. Кидают облака на землю миллион дождей. Сбегают от дождей погреться миллион. Время Сергея Курбатова, который вот-вот сейчас появится из-под трибунных помещений. Его спортивная карьера взяла свое начало в 2015 году. Проигрывал он первый свой поединок в рамках «Гладиатора» Залима Аюбову. Но далее выдал хорошую серию 4 побед, опять же объезжая локальные промоушены. Из, наверное, самых высоких достижений спортивных — это победа в рамках RCC-14 над Николаем Загребельным. И вновь далее он после нескольких поединков в рамках RCC отправился в локальную организацию Bears. И там добыл 3 победы подряд. Причем фантастические. Над Асланом Камиловым в первом раунде удушающим прием гильотины 27 секунд всего потребовалось. Далее Руслан Булгучев был повержен удушающим приемом сзади на 4-0-2 тоже в первом раунде. И вот только последний поединок был единогласным решением. И там оппозицию гораздо большую представил ему тот самый Магомед Гаджиев. Поэтому на 3 победах подряд идет еще один представитель Гран-при. Получается оно достаточно занимательным. Потому что не сказать, что какое-то большое было преимущество у Хамдамова. Гуляла инициатива, но в итоге все равно... Прошу прощения, не у Хамдамова, конечно же, у Алманбета Женебекова. Но здесь посмотрим, как будет складываться поединок. Добро пожаловать в октагон. Его соперник из Кузнецка Арсений Кондрашев. Звучит под сводами Лахта-арены в Санкт-Петербурге, и появляется у нас Арсений Кондрашев. Я побежденный 24-летний боец из Кузнецка. Да, по любителям у него были не самые удачные дни. Он выступил не лучшим образом на Кубке России в 2021 году. Затем был бой по любителям в Open FC с Давидом Самуэлем, и там Давид выиграл решение. Самуэль, безусловно, это явление в мире, как минимум, отечественных смешных единоборств. Ну, а следом уже профдебют и победы. Подряд победил 2 Алексеев, техническим нокаутом Алексея Маслова, рычагом локтя Алексея Романова. Далее в фулл-маунте забил Аскера Рамазанова и выиграл у Артура Витисова на турнире «Битва на туре». Ну а дальше Урал FC, май этого года, и еще одна победа досрочной в первом раунде над Мустафой Бехрадом. Бойца в синем углу. Ему 33 года. Рост 188 сантиметров. Вес 84,1 килограмма. Профессиональный рекорд 8 побед, 7 из которых одержаны досрочно, 5 поражений. Представляющий Курбат Тим из Челябинска. Приветствуйте, Сергей Курбатов. А вот и его соперник в красном углу. Бойцу 24 года. Его рост 190 сантиметров, а вес 84,4 килограмма. Прекрасный профессиональный рекорд. 5 боев, 5 побед. Все 5 побед одержаны досрочно. Представляющие клубы Allied и Sage Pro из Кузнецка, не знающий поражений. Вот он, Арсений Кондрашев. Ревери поединка Максим Протасов.
Арсений Кондрашин и Сергей Курбатов. Еще один поединок в рамках Гран-при. Постарше значительно Курбатов. И разницы в росте я особенно не наблюдаю. Такие габаритные парни. Очень здоровые, выражаясь простым языком. И сейчас они сойдутся. Итак, смотрим. Финал Гран-при. Центр остается за Арсением. Да, сразу Кондрашин навязывает прессинг. Готов отбиваться здесь Курбатов, обрабатывать переднюю ногу. Хороший калф-кик от бойца из красного угла. И здесь на ход борьбу будет. Нет, 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 не получилось. Хотя все-таки докатывает. И очень лихо Кондрашин. Пытается забрать здесь спину. Ноги не заправляет. Поднимается с трудом Курбатов. Еще один перевод. Этот из равновесия получает уже потяжелее в исполнении Арсения. Очень здорово Курбатов там охотился на руку, пытаясь сделать прием. Но вот здесь, да, переворачивает как раз таки. И гильотина со стойки соскальзывает. Нет, не получится. Все было очень опасно. И хорошие эпизоды были и у того, и у другого. Очень мощно выглядит, конечно же, Кондрашин на первых секундах. Еще один тейкдаун. Мастит тут же Курбатов. Да, лихо защищается. И, пожалуй, наверное, за вот эти очень ритмичные минуты с лишним мы все-таки застреваем немножко с вами на канвасе. И Курбатов оказывается сверху. Есть давление. Накатывает корпусом Арсений. Вновь боковой контроль. Отключает руку. Но ненадолго. По-прежнему там хафгард. Без ударов. Арсений скандирует трибуны. Хорошая такая диагональ, но нужно развивать атаку. Ищет еще здесь прием. Курбатов. Плюс пытается вывести таз. Там его придерживает полный маунт. Полный маунт, дамы и господа. И отсюда выбраться Курбатову будет уже сложно. Нет, не стал душить из этого положения, заправил ноги. Да, здесь очень важно следить Арсению за положением своих ног. В одну, в другую сторону пробует удушающие приемы. И вот так вот перехватил инициативу Курбатов. Гард у нас. И теперь корпус, голова, выводит таз. Курбатов, ой, прошу прощения, Кондрашин. Бросается вперед. Сергей, стойкий спортсмен. И попытка перевода и броска через грудь неудачная. Потратил силы Курбатов. Вкладывается в то, чтобы разжать этот захват Кондрашин. Такая пауза. Сейчас и просит стягивать. Просят Курбатова, видите, тянуть на себя, просто вытаскивать. Коленями обрабатывает заднюю поверхность бедра Курбатов. Менее двух минут остается. Напоминаю, что формат 2 раунда по 5 минут. Есть контроль, есть работа по бедрам со стороны Курбатова. Кондрашин ждет. Ждет момента, когда можно будет развернуться. Здорово! Отличный перевод от Сергея. Теперь он уже развивает успех из бокового контроля. Как бы там ни цеплялся, кстати, Кондрашин. Это очень опасно было, потому что в следующий раз могут уже лишить балла за подобные действия, за нарушение правил. И вот такие попадания. Несколько раз в голову здорово пробил Сергей. Восстанавливается гард. И начинается последняя минута. Корпус, голова. Классическая работа. До головы не дошел удар, а вот по корпусу действительно достал. И отжимает сейчас Кондрашин своего оппонента. Уже тяжелее становится. Все-таки у нас такие яркие, ритмичные были первые минуты, а вот сейчас уже тяжелее будет. Навязывает борьбу Курбатов дальше. Здесь забрал спину, ноги не заправляет, не рискует. Сейчас пошло движение и выберется ли Кондрашин. Получается, что на
две таких составляющих. Распадается у нас первый отрезок. Сначала уверенное давление в борьбе от Кондрашина. И следом 2,5 минуты, а может быть и больше, забрал Курбатов. Кому отдадут раунд? Вот что интересно. И сил потратили много. И Сергей, и Арсений, перерыв. На очереди второй заключительный отрезок. Арсений Кондрашин против Сергея Курбатова. Первый финалист гран-при известен. Это Алмамбет Жаныбеков. С кем же он будет сражаться? Заряжает левый Кондрашин. Обратите внимание, и прямой левый, и апперкот готов. Здесь разворачивает, прижимает к сетке. Накачали его эмоционально в перерыве. Сказали, всего 5 минут. И вот здесь боковой контроль. Очень важный эпизод, действительно. Потому что не может быть уверен ни Сергей, ни Арсений, что он забрал первый раунд. Попытка захода на ручной треугольник. Нет, здесь не получится. Видит все Сергей Курбатов. И заканчивается, я так понимаю, гардом. Промежуточно именно так. И лишний раз напомним, что гард – это равнозначная позиция. Забирает спином Кондрашин. Будет ли заправлять ноги? Хотел так скрутиться, а в итоге провернулся Курбатов. Там висит у него на руке, продолжает Сергей Курбатов. А у Кондрашина тот вынужден менять позицию, исходя из этого приема. Ну, вот как раз повторение примерно этих же технических действий мы видели и в первом отрезке. И тогда в итоге подняли стойку парни, и затем Курбатов перехватил инициативу. И вновь боковой контроль. Широко здесь расставляется Кондрашин, но проворачивается Сергей. Здорово на самом деле действует. Три минуты с лишним еще есть. Застыли спортсмены. И вновь накрывает Арсений оппонента. Будут ли удары? Руку освободил Кондрашин. Сейчас заберется, скорее всего, за спину. И все-таки не рискует Арсений. Не забегает за спину, не начинает заправлять ноги. Можно колени подключать по корпусу, кстати говоря. И вот опять. Ух. Чуть дальше продвигается и занимает более выгодную позицию Арсений Кондрашин. Есть замок. Ну, здесь такой перевод из партера в партер получился. Еще один тейкдаун. Здесь уже, конечно, вырывается вперед Арсений. Очень уверенно он проводит этот раунд. И первую половину дебютного отрезка, скорее всего, он лидирует по очкам. Но, опять же, много сил он потратил. А финал будет состоять из 3 отрезков по 5 минут. Вновь еще одна попытка подняться от Курбатова. Арсений пока держится вот в этом положении. Не очень много бьет. Вот здесь хороший хаммерфист. Еще один. И как стал вколачивать. Будто гвозди забивает в голову. Стягивает, стягивает на себя. Очень много борьбы. Тут же спрол от Кондрашина. Отбросил ногу неплохо. Уже не рискует Арсений. Просит Протасов, настоятельно рекомендует быть активнее. Пока очень много возни. Но при этом чувствуется
определенное доминирование со стороны бойца с красного угла. Подготавливает здесь все для удушающего, чтобы упасть в гильотину, но немножко не хватает некоторых переменных для этого. Колено в голову чисто и по правилам. И ответ очень жесткий получается от Сергея. Здесь 1-1 по эпизодам. Но следом идет еще один перевод на настил. И последние секунды. Полетели удары. Ой-ой-ой, вот здесь по затылку было последний раз. 10 секунд остается. С этим раундом все понятно. А что, если первый раунд по очкам отдали Сергею Курбатову? Кто же выйдет в финал? Хороший вопрос. В этом плане нужно, конечно, разбираться. Действительно, 1-1. Все-таки 3 минуты в первом отрезке Сергей Курбатов лидировал. Это вел себя максимально активно на настиле. Это значит, Алексей Володин оказался прав по поводу равенства по раундам. И мы с вами посмотрим лихое продолжение этого противостояния. Да, но опять же, здесь про возможность экстра раунда организаторы не сообщили. И по поводу этого как раз сейчас идут разъяснения в углу, возле судейского столика, где главный судья с Максимом Протасовым идут консультации. Но все, да. Нужно освободить места и только дать возможность драться выступающим. Итак, смотрим. Боковой удар от Арсения. В центре Сергей. И, видимо, ждем мы захода в борьбу. Уже устали парни. А кому-то из них драться еще 3 по 5 в ко-мейн-ивенте сегодня. При этом Алманбет выглядит достаточно свежим. Выглядел в своем поединке. Здесь шикарный первый перевод. Шикарный заход Кондрашина, очень уверенно он забрался. И вот здесь наконец-таки заправил ноги. Вот с этих секунд начинается тревожное положение для Курбатова. Потому что это в определенном смысле доминирующая позиция. Безусловно, Конроди считается. Одна рука пошла, и здесь может провернуться Сергей. А вот здесь я почему сказал в определенном? Потому что это именно про Курбатова, который может из положения забраться вот так и выйти. И встать, в принципе, на две ноги, да, уверенно здесь избежать проблем. Колени по бедрам. Продолжается борьба. Арсений вновь сверху. Вновь боковой... А, нет, все-таки диагональный контроль. За спиной здесь вновь оказывается Кондрашин. И еще один заход на удушающий. Не получилось. Работает из этого положения Курбатов по корпусу, накидывает периодически. Еще с правой в голову. Ой-ой-ой. Тяжело бьет Кондрашин.
Ну и вот такой работой на самом деле вполне себе он раунд забрать может, находясь за спиной, периодически нанося удары. Может убедить, мне кажется, судейский корпус в том, что он оказался лучше. Ну, здесь действительно более-менее все логично. Но это пока время еще есть в этом раунде. И ключевым моментом будет функциональное состояние Арсения Кондрашина, если он выиграет поединок. Да, это большой вопрос. Вот сейчас Накимуру пытается выйти, обратите внимание. Который раз уже там бедром защищается, но, по-моему, не успел. Да, и рука находится в свободном состоянии, уже не защитится бедром. И все-таки руку отпустил, и здесь боковой контроль от Кондрашина. Да, в свое время в ПФЛ проводились турниры, где четверть и полуфиналы были в один день. И как раз там был один из поединков, по-моему, между Рашидом Магомедовым и Ахмедом Алиевым. И тогда как раз не хватило сил у Рашида на главный вот бой через несколько часов после первого. Кстати, завтра ПФЛ Нгану против Феррейры, не пропустите. И здесь диагональный, ой, прошу прощения, распятие уже. Ой-ой-ой, очень непростые мгновения сейчас. Причем плотные, тяжелые удары летели в голову. Ногу не переносит Арсений. Грамотно плечом себе помогает. А у нас сегодня еще шолдер-чоука не было, удушающий плечом. Или, например, вон флю. Да, почему нет? Но нет, здесь именно стремится опять же к распятию, к урону, в первую очередь, Кондрашин. Но он здесь много экономит сил. Задача как раз таки Курбатова сделать максимум, выйти из этого положения. Еще, вот сейчас еще больший блок, и абсолютно без проблем будет набрасывать удары Кондрашин. Не может освободить правую руку Сергей. И удары получаются здесь, может быть, не очень амплитудные, но, да, не может себя защищать Сергей Курбатов. А это значит, что у Максима Протасова появляются основания для остановки и досрочной победы. Сумеет ли, успеет ли, совсем немного остается до конца. Несколько секунд. И все. Эта встреча завершена. Ну что ж, можно поздравлять Арсения Кондрашина с выходом в финал. Поднимают его на ноги. Подходит он к нашему столику. Как раз здесь располагаются его болельщики. Очень рады его победе, безусловно. Итак, в финале Гран-при Алмамбет Джунибеков против Арсения Кондрашина. И этот финал сегодня будет у нас в ко-мейн-ивенте. Итак, дамы и господа, искупаем в аплодисментах этих воинов! Какой захотели я тобой! Дамы и господа, по итогам экстра раунда единогласным решением судей одержал победу и, оставаясь не знающим поражений, вышел в финал! Поздравляем! И совсем скоро увидим финал. В данном случае Алмамбет Джунибеков и Арсений Кондрашин.